Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовлю румяные вкусные рогалики. Рецепт теста очень простой и не займет у вас много времени. Все смешал и готово. В глубокую миску помещаю мягкое сливочное масло, щепотку соли, ванильный сахар смешиваю с обычным и высыпаю в миску. 2 яйца. Здесь у меня натуральный йогурт. 2 ложки с горкой йогурта. И все хорошо перемешиваю. Можно ложкой, а можно венчиком. В муку добавляю чайную ложку разрыхлителя. Высыпаю в сито часть. Просеиваю. И замешиваю тесто. Муки может понадобиться больше или меньше. У каждого разная мука, разная ее влажность. Поэтому муку нужно корректировать. Тесто получилось вот такое мягкое, не липнет к рукам. Но муки я еще добавила. Видите, как? У каждого разная мука. Поэтому ориентироваться по тесту. Стол присыпаю мукой. Беру чуть меньше половины теста и раскатываю. И разрезаю на 12 частей. В качестве начинки можно использовать густое варенье, джем, шоколадную пасту или вареную сгущенку. Выкладываю на каждый сегмент сгущенку. И теперь сворачиваю. Получается вот такой рогалик. Выпекаю рогалики в духовке при температуре 190 градусов в течение 20-25 минут до готовности. И вот такие румяные с пылу с жару рогалики получились. Они как семечки съедаются очень и очень быстро. Готовьте и вы, побалуйте своих родных вкусной домашней выпечкой. Желаю всем прекрасного настроения и до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!